Сегодня утром парки закрыты. По ним ездят автомобили, с которых на территорию зоны отдыха распыляют препарат российского производства. Так в Рязани началась акарицидная обработка от клещей. Эффективность у него довольно-таки очень высокая. Остаточное действие 30-45 дней. Препарат мы используем на масляной основе, то есть высокая прилипаемость на подстилку идет. Если будут дожди какие-то, то смываемость очень низкая. Людей, кстати, такое зрелище не пугает. Вот они спокойно гуляют по аллеям и сидят на площадках. Никого не смутили ни запрещающие таблички, ни красная лента. Сами работники говорят, что для теплокровных вещество не опасно, но нахождение людей во время работ не рекомендуется. Зато уже через час парк можно посещать. ЦПКИО не единственная площадка, где прошли такие мероприятия. Мы обработали сегодня Комсомольский парк, парк Польско-Советского братства, парк Гагарина, морской славы, лесопарковую зону, и вот это вот у нас уже последний парк сегодня. Эффективность обработки посмотрят уже через 3 дня. Сделают это те же сотрудники. Но даже после акарицидной обработки не стоит пренебрегать элементарными правилами защиты от клещей. Длинные штаны, носки и закрытая обувь. Все это следует надевать в походах по лиственным и смешанным лесам. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».